Похоже, с этим уродцем придется мне разбираться. Ох! Он напит меня с крову! Что это? Есть! Да, я знаю, это великий памятник культуры. Но он вреден для общества. Ты вернул его? Один меч есть. Остался один. Может, тебе помочь? Лучше помоги остальным. Убери их отсюда как можно дальше. Ладно. Ребят, всем привет! Вы на канале Xenox & Sleep. И мы сегодня с вами продолжаем проходить Devil May Cry 4. Наверное, закончим уже прохождение за Nero и Dante, вот их компанию. И останется у нас еще, насколько я знаю, две компании. И да, меня попросили в комментариях, чтобы я не проходил на этом читерском режиме. И поэтому давайте выберем стандартный костюм по стариночке. Я, в принципе, и не хотел до конца проходить. Блин, опять касана. Не хотел проходить на этом читерском режиме полностью игру, а так чисто побаловаться. Вот, и нам надо сразиться со спасителем. Давай сразимся. Во, так-то лучше. Ты уничтожил врата ада. Ну да. Они вид портили. Ну что, драться будем или как? Ты прошел такой путь, чтобы сразиться со мной. Тебе не коснуться силы спасителя. О, да у тебя куча комплексов. Слушай, ты вообще побереги себя. Шея заболит все время сверху вниз смотреть. Молчать! Что нужно, чтобы ты вел себя как подобает? Чтоб ты сдох. Смерть, например. Да. Мы с Данте солидарны, в смысле, понимаешь. Я читаю мысли Данте, он читает мои мысли. Еще прям. Мы уже сами как Данте. Он, кстати, мне интересно, использует силу Ямато, нет? Или он так чисто его для декорации взял, типа, ну вот что, он у меня есть. Сдаваться будем или как? Говори, что хочешь, тебе не победить. Да что ты говоришь? Ты уверен в этом? Оу. Бедолашка. Настоящий внутри, значит. Похоже, с этим уродцем придется мне разбираться. Похоже на то, Данте. Похоже на то. Бля, ну ты, вот это громила, конечно. Как мы с ней разбираться будем? А, нет, нам дадут подраться Ямато. Катана, принадлежавшая брату Данте, это одновременно ключ к вратам ада и к их уничтожению. А, темный воин. Получив Ямато, вы можете использовать его в мощном стиле... Темный воин. Чтобы выбрать этот стиль, снова нажмите кнопку выбранного в данный момент стиля. Темный воин. Блин, как понтово звучит. Темный воин. Значит. Да, у нас все. Режим больше не бесконечный, как меня и просили. Я выполнил свое обещание, так что будем сражаться, сука, по хардкору. Только погоди,
Блять, да ты заебал. Серьезно. А, может вообще надо отсюда? Наверное, текать надо просто отсюда, да? Только такому бы слоупоку как мне разобраться, как с ним драться. А то что-то я пока что, блин, не пойму. А, ну окей, он его еще и придавил. Блин, подожди. Да по-любому здесь как-то надо. А, все, понял. Да, бля. А, вот, кристалл, да, надо было сломать. Ну, как-то разобрались, окей. Значит, двигаемся дальше, вот у него. Вторая запчасть. Ох, сука. О. Да ладно. И типа мне по всему во его телу надо так бегать? Нет, это явно какой-то троллинг. Я вам отвечаю, это троллинг. Пиздец, какой троллинг. О, щет. Нифига себе. Подожди. А, нет, он туда не хочет. А, надо как-то на ту руку. Он, короче, сейчас сам ко мне туда залезет. Ну-ка. А, вот эту можно и так сломать. Да, мы ее сейчас сломаем. Вот смотри, наблюдай. Минус башка. Ну тут сама наводка чисто спасает. Так до головы больше никак ты не доберешься. Хе. Вообще не проблема. А, ну это еще и не все, да. Не так быстро. Нам надо, видимо, все части тела. Включая. Бля. И ту руку. Стоп. Подожди ты. О! Да. Стой на месте. Стой, сука, на месте, я тебе сказал. Так, а... Катюш. У меня еще хп уходит, наверное, когда я... Блин, падаю. И на... сама наводка только... Кстати, теперь... Да, вот на эту руку, она мне и нужна была. Отлично, подожди, братан. О! Да, блин, он опять упал. Угораешь, что ли? Братюня, у меня типа... А, у него еще и за спиной, значит. Ну, это вообще какой-то фейл. Ему надо как-то за спину попасть. На этих вообще не надо время тратить. Блин. Мне бы сейчас крылья вообще пригодились. Почему, кстати, он разучился летать? Тут первый летал, вообще нормально было в форме демона. А тут не умеет. Так, ну тут. Сука, вот только. Я понял. Сейчас мы сделаем, подожди. Только. Нет, с этим бесполезно. Да выруби ты эту форму, мне она сейчас не нужна. Ну. О. Короче, понял, ногу, как я понял, уничтожать. Надо просто выждать момент, когда он вот так вот стоит, знаешь, в позе Брюса Ли, и потом ему... Блин. Стой. Да, у него хп, он только так уходит. О, ты как полетел? Подожди. Но. Блять. Иди нахер.
Может, есть и какой-то и другой способ? Ну, что я... Я хз. Ну, давай, давай. Сука. Там вообще фигня осталась, пару ударов. Ему, короче, надо, видимо, когда он вот так... по таймингу, за спину как-то телепортироваться по-быстрому. Да, сейчас я не успел это сделать. Но вообще надо, да. Все, отлично, минус нога. А осталась нога левая. Ну, у него это правая. Грудь и спина. А, сейчас не навелся. Падла. О, блин. ХП уходит со страшной силой. Во-во-во, чё-то сейчас попадали. Попадали, неплохо. Вот сейчас попадаем. Вообще тут бы стрелок даже. Да, тут стрелок вообще нужен. Чё я парюсь-то? На стрелка переключаешься, ещё и проблем не знаешь никаких. Нет, сейчас бежим. Это, конечно, не прикольно так бегать, блин, по 100 раз. Чтобы ему тупо в определенной точке тела попасть. Блин, у него, короче, этот... Не наводится ему на ногу нижнюю. Хотя ему остался один удар там, по сути-то. Вот, да-да-да. А, это прям пропастью надо. Чё себе он зверёныш? Блин, да ты иди ты нахер. О, давай. Блять, ща, подожди. Мы все сделаем. Еще чуть-чуть. Отлично, минус вторая нога. Всё. Осталось грудь и спина. Вот самое сложное, я не знаю. Кругов 20, наверное, намотаю, чтобы убить его, эту сраную спину. Сука, давай. Ну давай, чуть-чуть. Да блин, я уже, наверное, 10-й круг бегаю вокруг этой мрази. Потому что я, сука, не могу подловить тайминг, понимаешь? Тайминг. Еще вот такая херня случается, да? Понимаешь? Да, вот такая херня. Опа. Я его как-то травмировал еще. Ты прикинь, он как-то упал. Серьезно? Даже так? И как к нему подобраться? Я понятия не имею. А, во. Да ладно. Ой. Еще грудь осталась. О. Найс. Ты смотри, что он делает. Ты только посмотри. Он вообще тут какой-то апокалипсис устроил. Пиздец. Я чуточка в ахуе. Ну как чуточка? Я просто не знаю, как до его груди добраться. Это единственное уязвимое место осталось. Я на него потратил уже большое количество времени. Просто колоссально. Final round. Заебись. Но один фиг, надо ему как-то в грудь попасть. А как, Карл? Как? Ты вот посмотри, что он творит, а? Вообще безобразник. Кто придумал этого босса? Не, он выглядит эпично, красиво. Блин, не поспорю, чего стоит только этот саундтрек, но блин. Это капец как долго. О, ну да. О, да. Видимо, грудь они не давали до этого целиться, а сейчас типа вот все, ты готов? Значит, о,
И поэтому ты, блять, должен теперь только ему в финальном раунде грудь забомбить. Смотри, смотри какой. О, не нравится, не нравится, смотри, парнишка. Блять, не нравится ему. Блин. О! А, надо было на руку прыгнуть. Что я поторопился. И что я сделал? Он просто открыл сундук и ничего не сделал, по сути. Сейчас как ты упал, я что, попал по тебе? Блин, походу, да, я по нему как-то попал. Так, стопе. Стопе. Демоническое. Никто не отменял. Мы с тобой договаривались только про бесконечную, что мы юзать не будем. Но сверху-то мы можем юзать? Все правильно? Так что, блин, еще давай одну. Чтобы, знаешь, ну, по 20 кругов вокруг него не бегать. Блин, все равно не успел. Ну, нормально уже, нормально продамажили, так, не скажу. Неплохо. И он по мне нормально так продамажил. Только теперь надо что, выжидать, получается, как-то этот тайминг? Или можно прям... О, да. Да, Данте. Вот самое время в воздухе телепортироваться. Вот трансформироваться в эту хрень. Стой. Ага, а у меня вообще дальность слабоватая. Тут вообще пистолеты нужны. Потому что от них больше толку. Ну. Да, правильно. Именно так и надо. Ну, давай. И я. Ой, фигня осталась, отвечаю. Вот немножко. Может, я мата, кстати, за ним, не? Не мата тоже тема. Я еще с ним не дрался. Блин, ну эпично, да, ну нудноватый процесс, очень нудный. О, фига себе. Я уже и забыл, что Вергилий такой скилл был. А, вот дробовик, да, точно. Чё я парюсь? Когда у нас... Блядь. Когда у нас есть дробовик. Сука. Нет. Во-во-во. Давай зажмем. Ну и давай. И добьем наконец его. О, блин, какой же он нудный, сука. Бегать даже вокруг этой туши. Против мощи спасителя. Ха! Если шкура слишком толстая. Вы серьезно, да? Походу, да. Придется брать врага изнутри. Круто, чё? Да! Пора просыпаться, пацан, а то весь кайф пропустишь. А, мы ж про Нерв совсем забыли. Там, походу, все замечтался. Нера! О, Нера! Наконец-то! Режь! А где Кирия?
Она же с тобой, по-моему, была, нет? Твоя очередь, пацан! Возможность спасти мир не каждый день выпадает, знаешь ли. Цени. Да, да, правильно говоришь. Обязательно. Ну а где Кирия? Кирия где? Ну, за дело. Она же в этой кишке тоже была, нет? Или... А, может и в другой, да. Скорее всего, в другой. 29 минут вы видите, да? Это время. Просто великолепное время, которое я на него потратил. Конечно, для вас это будет все гораздо быстрее, потому что там были просто бессмысленные круги, как я нарезал. Не мог подловить тайминг, чтобы по нему попасть. Ну, как-то так. Давай, пацан! Потому что я сейчас выпишу этому типу билетик в ад в один конец. Ха, не дергайся. Блин, это же надо такую тушу, сука, вызвать. Это капец. Как Данте еще держится против него? Ах, досада, не попал. Я все сделаю. Удачи, пацан. И сейчас, я так понимаю, у нас будет миссия за Нерыча. Наверняка, да? Миссия 19, преемник. Преодолеть лестницу скорби. Сейчас преодолеем. Мы с тобой сейчас все преодолеем. Да, за Неры я вижу индикаторы, полосочки. Форма Devil Trigger, как правильно она называется. По-моему, Devil Trigger. И что бы мне взять? А взять мне надо, наверное... Возьмем... ХПшечки? Да. Ну и одну маленькую. А по навыкам. Навыки у нас с тобой. Все здесь отлично. У нас все есть. Вроде бы. А нет, у нас нету главный козырь. Ну нифига себе. Не. Она мне не хватит. Мы бомжи, мы не сможем это прокачать. Надеюсь... А, нет, нам не дадут. Нам не дадут столько очков, чтобы прокачать это. Блин, печально. А, мы в этой кишке, вон. Глазики на нас смотрят. Что ты тут потерял? А ну, вали отсюда. О, этот кубик знакомый. Блин, опять! Не надо, я не хочу этим заниматься. Это лестница в рай? Или ад знает, что мы ей управляем и что все будет хорошо? А если желаешь ты дальше пройти, то другого себя со ступенем, по ступеням веди. А теперь твою судьбу мы решаем, одоли нас или твой успех отменяем. Блин, обожаю вот это нововведение четвертой части в плане стишков. Мне прям по кайфу это зачитывать. Только... Блин, не то, не то. А, нас так не пропустят. Значит, нам с тобой не надо... Чтобы были желтые и красные. Это капец. Надо, чтобы выпала двоечка. Двоечка, двоечка. Блин, четыре. Четыре это плохо? Один, два... 3, 4. Да, блин, ты серьезно? Мне нужна была... А вот сейчас троечка нужна. Главное... А может и фиолетовый надо? Да. Два. Хорошо. Один, два. Да ладно! Да ладно, мать его! Мы вроде прошли. Вроде бы. А может и нет.
Хотя фиолетовый же это наша. Да, это должна быть наша тропинка. Так, минус один, да? Ах, отлично. Блин, только этот. Надо командора шлепнуть, он мешает, сука. С этими-то. Блин, можно еще как-то совладать? Командор падла. Этим главное вот просто. Блин. Подходишь к ним за спину? Да, нет, за спину. Не в лобовую, а именно надо вот. Вот так за спину. Блин. Они, короче, меня трогают. Они не хотят, чтобы я к ним подходил. Стоп. Да, вот так, за спину приходишь и все. И ништяк. А с командором хрен, он не дается нам. Вот. Минус два. Сразу, моментально. Блять. Ну-ка. Во. Все, щит сломали, на прогиб кинули. Ему мало. Еще раз на прогиб. Ну, теперь достаточно. Теперь, значит, ТПХ-мся. Нафиг отсюда. Другой кубик. Найс миссия. Не. Я типа все понимаю, но никогда забраться без этого нельзя. Это такая приколюха. Один, два, три. Ну, сейчас враги появятся. Я вот это я тоже знаю. Само собой, как же здесь без ловушек не обойтись? Ловушки это наше все. Там я, значит, ни разу не попался. Ну, не беда, попадешься здесь. Мы это исправим. Какая разница? Еще не? А, нет, все, кончились. Ну, давай, крутим, крутим шарманку. И это 6. Хорошо это или плохо? Это плохо. Нет, это хорошо. Это очень хорошо. Да ладно. Лол. Братан, ну может тебя уже убили. А знаете, мне эта миссия чертовски напоминает, как в DMC 3. Там тоже были все боссы в конце, на которых, ну блин, я потратил ему время. И то я, по-моему, двоих не стал бить, потому что я разблокировал путь уже полностью. Видимо, они здесь пошли по точно такой же схеме. Мы тебя, короче, засыпем в конце всеми боссами. Насрать, что они уже сдохли. Нахер, нахер логику. Просто ты должен их еще раз убить. Мы так хотим. Почему бы и нет? Ну вот. Убили раз, убьем и дважды. Мы даже не дважды убили. Не, ну, за Данте не считается, потому что я там был в супер форме. Типа, мы там с ним просто побаловались. А тут уже, блин, все серьезно. Тут уже, блин, не до игр. Вообще не до игр. Сука. Ебать он. Моё. Нифига себе. Блин. Во, что-то сделали. Так, я помню, мне писали, надо, короче, тут тайминг дождаться, по-моему. Когда он своими ножками топает. Вот задними, да-да-да, вот. И в этот момент я могу его подкинуть, и он будет типа... Да-да, вот этот момент. Он будет уязвимый. Блин, не получится, наверное, с моей криворукостью. А, хотя получилось. Найс, чё? По красоте, да, да. Отлично. Отлично. Мне это нравится.
Значит, следующий. Интересно, какой у нас будет босс? Это ж я понимаю, не все. Нам сейчас еще кубиков подкинут. Да, вижу, там еще кубики. Кубиков здесь будет много. Если тебе показал, что их мало было, то сейчас ты насытишься ими прям вполне. Ну, четверочка. Один, два, три, четыре. С первой попытки. Вот это лалка. Тупая жаба. Ненавидел ее. Вот, ей-богу, ненавидел. Русалку жаб. Своим гаремом, блин, русалок. Поэтому я ее, блин, по-читерски убил. Такая нудная. Ну, блин, это не сравнится с предыдущим боссом. Это, блин, огромный туши. Блять, он опять меня схавал. Он опять меня, сука, схавал. Ты просто посмотри на это. Он вообще не имеет совести. Ему не стыдно. Про какой стыд может идти речь? Вообще. Безобразие тут творят. О, чувствую, я тут порядком времени потрачу. Сейчас он, короче, такой спрятался, и нам дадут возможность повыбивать активно сверху с русалок. Но убить мы их не сможем. И по ним дамаг, ну такой, знаешь, слабенький идет. Типа так, чтобы ты как бы и фармил вот эти сверки, и одновременно и не скучал. О, блин, ну она не подкидывается, один фиг. Ох, он опять меня схавал. Как я его ненавижу. Горит. Отвечаю, у меня горит. За Данте он меня ни разу не схал, потому что это Данте, он шустрый, а тут... Тут как-то, блин, не выходит. О, что ты сделал? Блять, он опять меня съел. О, выплюнул, выплюнул, выплюнул. О, во, смотри, что мутим. Ты посмотри. Ебать, я его там прокомментирую. Да, видимо, мне про это в комментариях и говорили. Что его можно вообще поизище убить. Главное, тайминги, все это, сука, красиво сделать. И он опять ушел. Но ему 3,5 полоски, в принципе, это не так уж много. Только... А, вот русалки. Ну и где вы? А, вот. Смотались. Вот это вот оттягивание времени. На русалок побей пока. Чтобы не скучал. Плохо, что тут, блин, за нерыча нет дробовика. Вот. Непривычно. Я бы сейчас за дробовик переключился, их просто, блин, унизил бы. Стой. О, да ну, мы так, сука, много наносим. Блять. Ладно. О, щет. Стой. Нет. Сейчас опять схавал. Опять меня схавал. Неужели я такой вкусный? Ну, заебал меня, честно. Подожди. О, ебать. Ну вот, знаешь, я бы... Ну, я просто боюсь. Мне страшно, что он меня убьет. Я не хочу все заново. О, и по красоте добили его. Отлично. 30 тысяч осколков, кстати. Тем временем. Ну, зато было чётенько в конце.
Значит, последний босс. А нет, еще два босса. Ну-ка, подожди. О, а давай так. Эксперимент ради. Пятерочка. Один, два, три. Блин, ну нау. Ну ладно. О, моя. Мое золото. Как ты вовремя? О, алрайт. Швыряем тут по сторонам, вот так щенков. Ой, он да. О, щет. Заколебали. Ну-ка, давай подкинем. И вот этого. Сюда иди. Сюда иди, ты чё, охренел, что ли? Прикинь, он щит научился юзать. Ще охренели. Охренели в край. Блин, там еще одна, сука. Опа. Три. Один. Блин. What the fuck? Ну, капец. Серьезно. Сука. Ладно, мрази. Воу. Ты посмотри на мои хп. Реально, ты посмотри на мои хп, сейчас-то уже нормально. Я что-то вообще не следил за ними. Блин, нифига себе. Они меня чуть не ебнули таким темпом. Ой. От, сука. Ну, один. Два. Три. Четыре. Сука. Да. Смотри, какая она живучая. Сколько я тебе долбить должен? Куда оно нафиг? Но. Давай. И по красоте, да? Сука, нет, не по красоте. Так, мне бы с тобой сейчас этот статую бы найти. Статуя нужна. Один. Вот. Идеально. Вот как будто специально для меня. Ух. Наверное, ты успел заметить. Какого хрена у меня тут фуловые хп? Я тебе сейчас объясню, ты только там не ржи. Я, короче, тут, когда ушел, вот к этому боссу, да? А у меня было там хп на два удара примерно. И он меня убил. И я мог воскреситься. Я такой, да, давай воскрешусь, конечно. Но если бы управление было бы человеческим, я бы воскресился. Но я нажал воскреситься. А игра мне выдала, типа, что я сдался, мне пришлось продолжить, и я по новой откатил кубик и вернулся теперь опять сюда. Найс, что сказать. Я, получается, нажал кнопку английскую. Ну, типа, это же управление, вперед-назад, вправо-влево. И логичнее было бы предположить, что и выбор, соответственно, будет вправо-влево на эту кнопку. Но нет, игра говорит нет. Оказывается, надо было нажать на стрелки. Я тупой, понятно. Просто без комментариев. Я время всрал никуда. А время, блин, на вес золота. Я так ее уже прохожу где-то неделю. Это капец. Это реально трэш. Ну-ка. Блин, а снизу, наверное, лучше херачить ее. Или сверху. Блин, ну нет, вот на ней почему-то эта ерунда не действует.
Я не знаю, какой момент надо подловить. Может быть, когда она на меня этот несется с большой скорости. И только тогда, наверное, можно. Потому что сейчас что-то это. Ей вообще насрать. Даже в форме демона. Вообще, типа. Есть я, нет у меня. Наверное, да, вот. В разгончике, когда она идет. Я сейчас попытаюсь. Хотя, блин, я не уверен, что... Нет, да. У меня бы не получилось. И опять в круговую, ну-ка. И... Нам бы с тобой... Блять. Нет. Это пиздец. Это на самом деле... Дикий трэш. О, нет, вроде бы все, голова заболела. Хорошо. Хорошие новости. Блин, еще половину хрень, сука. Она еще своей причесоном махает. Такая вся мега охуенная. Да, она уже свою финальную стадию включит. Да блять. Чуть-чуть. Вот, да, вот это и финальная. Финальшн стадишн. Ты угораешь, маль, да? О-о-о-о-о-о-о. Полегче. Но и какого фига не получается на ней, короче, ты изануть. Не знаю, какой тайминг это сделать надо. Но ей насрать. Вот отвечаю, ей вообще насрать. Она какая-то, блин, примороженная. Вот, так. Я хочу туда, к ней, зайти сверху. О май гад, о май гад. Какая же ты, блин, противная сволочь. Вот, больно, больно, смотри, ей больно. Ну один хрен я не могу. Нахер. Просмондок, она мне все хп снесла. И тупо, блин, такими еще ущербными атаками, что, блин, стыдно. Пиздец. Нет. Ты понимаешь, да? А, мне надо ей сделать практически один удар. Я сдох. Я просто, блин, неудачник по жизни, я тебе отвечаю, блин. Только я могу один удар не сделать и при этом умереть. Только я. Никто другой. Вот не поверю. Ой, бля. Ладно. Сука, я надеюсь, что это предпоследнее. Вот смотри, сколько нам с тобой надо вот до фиолетовой? 1, 2, 3, 4. Бать. 4 здесь. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Чтобы до желтой дойти, это надо пятерочку убить. Значит, смотрим. Четверка, двойка, шестерка, тройка, пятерка. После тройки, значит, идет пятерка. Выжидаем. Во. Надеюсь, я правильно сделал. Да. Пятерка. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Знал бы я раньше, я все раньше думал, что здесь какой-то рандом. Что не все так просто.
что? А оказывается, ты просто смотришь на верхнюю эту. И все. Пиздец. Это было так просто, это реально, а я что-то даже не обратил на это внимание. И этого, кстати, тоже что-то пока нельзя подкинуть. Может, надо как-то, я не знаю, у него когда мало хп будет. Хотя на других боссах это не распространялось. На них можно было, хоть если у них фуловый хп, это все делать. Ладно, сука. Вызов принят. Ты меня разозлил. Блин, у нас сейчас опять. Надо прятаться или чё? О-о-о-о-о-о-о. Круто. Еще этого не хватало. Блин, ну давай! Еще две полоски. Пиздец. Ну да. Какие две полоски? Ты че угораешь? Еще четыре. Размечтался. Щенок. Да ну, еще немного. Ты меня так запарил. Отвечаю. Еще полосочка. Ну да, конечно, так ты мне и дал это сделать. Да иди ты нахер со своим обедом. Дурак, что ли? И так жирный. Блять. Все. Финал. Ебанутый на всю голову. Просто ебанутый. Кто здесь придумал боссов, я не знаю. Честно, здесь самые такие боссы лично мне вот вообще не нравятся, как они устроены. Мне нравились боссы в DMC5. Мне нравились боссы в DMC3. Правда, не все, но нравились. DMC1. Ну, блин, хуже только в DMC 2, чем в DMC 4. Потому что там вообще отдельный трэш, там вертолеты, танки. Там просто... Да. Тоже что-то с чем-то. Выглядят они, конечно, красиво, а вот особенно этот, он вообще эпично смотрится, но... Трясет, как в миксере! Эй, пацан! Да. Ты бы видел, как мне тут приходится! Ну, значит, ты меня поймешь. О, это было жестко. Да, на таймер не смотрим. Вы этого не видели, я этого не вижу. Поехали уже к финальной, я надеюсь, миссии. И у нас 20-я миссия «Новая жизнь» — уничтожить злодея Санктуса. Но перед этим... Да, нам не хватит, короче, на Яматыча. Хнык. Обидно. Значит, давайте приобретем какие-нибудь предметы. А именно, большую звездочку — это раз. Дальше. Блин, золотой орб пока не надо, не-не-не. Я бы взял на самом деле маленькую еще. Да. И что бы я еще взял? 50 костиков. Чего вы охренели? Святую воду. Ну ладно, не буду брать. Так уж и быть. То мне интересно смотреть, как я их святой водой убиваю. Блин, ну давай тогда возьмем. Тебя. Да. И что еще?
Блин, ну один тебя, это 100%. У меня их только два теперь будет. Был один, теперь два. И тебя, все. Все купил, все, что хотел. Я надеюсь, я справлюсь. Это будет быстрее, чем предыдущие две миссии, потому что, блин, это просто трэш. Нереально трэш. О, Кирия. Кирия. Какое-то имя, конечно, странное. Кирия. Изначально мы планировали создать ядро спасителя из Данте. Возможно, было бы разумно придерживаться этого решения. Поздно лить слезы. Отпусти Кирия! Зачем идти против Ордена? Я знаю, ты не тверд в вере, но я всегда считал тебя рабом своих желаний. Твоего вранья и попыток убить меня уже хватает. Но по-настоящему меня достала история с Кирией. Что это? Любовь. Ох, старый маразматик. Сейчас ты допросишься, сучка. Я злой как никогда. Сейчас на тебя я брошу свой просто величайший гнев. Я почти закончил. Не будь так уверен, мальчишка. Пусть и несовершенная сила спасителя за рамками твоих возможностей. Окей. Дедок, здорово. Здорово. И ты опять по читами, да? Ты знаешь, вот ты знаешь, что я люблю. И поэтому ты сегодня одел свои щитки. Чтобы в конце вот прям меня вообще доконать. Блин, а чё, а какого? Алло. А в чём? А в чём прикол? Неужели? Где она только тяна? Ты ещё долго, что ли? Да он рофлит. А, всё, понял. Так. One second. One second. Да. Да. Ну. О май гад. Наверное, было неприятно, да, дедок? А кстати, вот. Вот не скажи, а вот сейчас против него мне легче сражаться. Потому что как-то за Неро в воздухе легче управлять, чем за Данте. Ну, не знаю, почему так. Данте почему-то я не мог в воздухе бить его. О. А вот за Неро как-то, блин, полегче. Не знаю, только быстро я с ним расправлюсь. Сука, или нет. Да ладно. Ну. Вот так. Ну, только без демонической формы будет урон пониже, но нормально, нормально, да. Еще раз так. Два раза точно надо. Дал. Он рофлит надо мной, я тебе отвечаю. Я момент просрал. О! Да нет! Да ну нахер. Ну, давай. Блин, две полоски, сука.
Вон сопля, сопля, сопля. Прикинь, ему вообще чуть-чуть осталось. Прям чуть-чуть. Это капец. Какой же он противный. Да ладно. Лол. Нет. Серьезно? Серьезно? Я в ахуе. А ради вот этой вонючей сопли я просто в никуда время трачу. Да ну! Да ну! Горит у меня. Спарта, старый маразматик. Почему ты не даешь мне силу? Я что, недостоин? Да, недостоин. Никогда не воспринимал легенды буквально. Но я знаю, что у Спарты было сердце. Успокоимся. Сердце, которое могло любить других. Людей. Вот чего тебе не хватает. На этот раз я спасу тебя. Держись. Не с места, Илья. Подохни уже. Желтозубы. Господи. Прости, что я так долго. Очередная какашка подохла. Он вообще кто, я интересно, приходился как дед, отец или просто наставник? Она что же в этом культу служила, не? А статуя-то еще жива. Дант с ней еще куролесит. Все, что ли? Видимо, да. А вот и Нерич. За своей принцессой. И жили долго и счастливо. Конец. Да. Обидно, что в пятой части ее ни разу не показали. Обидно. Долго ты возился. Мне что, прощения попросить? А то. И лучше побыстрее. Да ладно. Да ладно. Дедок. И как ему не надоест? Не, ну ты серьезный дедок, да? Здесь все началось. И здесь же все и кончится. Я это закончу. Ну ладно. Дедок на полном серьезе еще жив. Давай, заканчивай. Вы меня троллите. Подожди меня. Походу, да, меня троллят, да. Знаешь, господи, я всегда был зол на тебя за то, что ты наградил меня такой рукой. Теперь я счастлив. Но теперь она поможет мне уничтожить эту штуку. Кто бы подумал? Кто бы сомневался, что это еще не все. Да. Окей, гнида. Тебя было мало?
мы это исправим. Хорошо. Только... Че-то у нас камера привязана. Алло. Твою руку надо отбить или что? Да-да, давай, порычи еще на меня. Да, самое время. Да как? Один. Давай. Два. Сука. Все типа? Сколько шумихи за двух ударов? Ну ты серьезно? Теперь я знаю. Май год. Это рука для того, чтобы посылать к дьяволу типов вроде тебя. А теперь ты. Да ну на. Серьезно. Неужели? Я надеюсь, это последняя форма. Не будет 3, 4, 20, 30. Наверное, надо сказать тебе спасибо. Но это будет не в твоем характере. Так что лучше скажи какую-нибудь гадость. Так лучше будет. Все равно я твой должник. Не парься. У меня были свои причины. Береги себя. Постой. Ты забыл. Оставь себе. Что? Я думал, она тебе дорога. Только такие подарки чего-то стоят. Я хочу доверить ее тебе и доверяю. Что ты будешь делать дальше? Решай сам. Эй, Данте. Мы еще встретимся? Само собой. Мы еще с тобой, наверное, встретимся. И не раз. Будь в этом уверен. Такой хэппи-энд. Ну, почти хэппи-энд. А я... Я все еще жива, да? Да. Мы оба живы. Кирия, если я демон, если я больше не человек, ты правда этого хочешь? Нера, ты — это ты. И я хочу быть с тобой. Я не знаю никого, кто был бы настолько человеком. Как же без демонов? Ну, вот как же без них, наших дорогих, любимых? О, да у нас зрители. Да, без зрителей не обойтись. Подождать. Ничего. Я подожду. Спасибо. Ну? Джекпот было бы эпично, да. Devil May Cry 4, став. А, так же, как и в третьей, так же, как и в пятой, блин. А я думал, это фишка в пятой только. Мы деремся после титров. Ну, блин, пятая часть могла бы быть пооригинальнее, так скажем, в этом плане. Ну, что хочется сказать. На этом конец прохождения Devil May Cry 4 за Данте Неро. И это еще не все. У нас остались, по-моему, кампания за Триш и этой, за Леди.
и за Вергилия, кстати. Там, насколько я знаю, 20 миссий за Вергилия, я так посмотрел, инфу чекнул. Надеюсь, я их очень быстро пройду. Быстрее, чем эту кампанию, уж точно. И кампания Триш, что-то 11 или 10 миссий. Если история различается, то, конечно же, я их пройду. Ну, как-то так. Что ж, что хочется сказать по поводу игры? Блин, ну, не знаю, я немножко ожидал. Что хочется сказать по итогу? Я ожидал немножко, что игра выйдет лучше. Ну, вышло как-то так. Не сказать, что плохо, но не сказать, что хорошо. Ну, нормально. Типа, боссы мне, я не скажу, что понравились. Обычные боссы. Даже местами они меня раздражали больше, чем в других частях. И на фоне у нас саундтрек чем-то напоминает такой, знаешь, DMC 3. Что-то в нем есть. И он на Роскире стоит. Может, это будет после титров, интересно. Давайте дождемся, посмотрим. Нет, к ней идти нельзя. Ну так, игра в целом нормальная, неплохая. Не лучшая часть DMC, как по мне, потому что мне больше всего зашла третья, наверное, часть. И саундтреками, и сюжетом она была более-менее проработаннее. Ну, как бы пятая это... Можно сказать, пятая состоит из того, что там взяли кусочек от этой части, там взяли, там что-то улучшили, там что-то добавили, и вот пятая часть получилась. А четвертая, ну, нормально, в принципе. Не знаю, может, компания за Вергилия будет лучше играться. Ну, посмотрим. По итогу, да, все, на этом конец. Да, время, конечно, не самое приятное. Дышечка, видно. Блин, красивый саундтрек. Мне вот, чем мне нравится в DMC, у них просто какие-то волшебные саундтреки. Я их, не знаю, практически все добавляю, потому что их хочется переслушивать и переслушивать с каждым разом. Этот режим уже не для казуалов. Поздравляю. Теперь доступна галерея, добавлен бонусный арт за прохождение игры, добавлен история Devil May Cry. Но истории нам Devil May Cry не надо, мы знаем уже историю с тобой. В пятой части они там обновили ее. И добавлено изображение персонажа. Да, выходит все. Выбор миссии у нас сейчас. Ага. Сенс Парди, Данте должен умереть. Блин,
Ад, и еще раз ад. Это что, в этом адском сложном режиме вы поймете, что ваша жизнь настолько хрупка, что ее можно прервать одним ударом. Я не знаю, есть ли такие самоубийцы, которые проходили на вот этом режиме. Ад, и еще раз ад. Я бы точно не стал такой проходить. Я бы точно себя угробил. Так. И у нас вот Вергилий, значит, есть компания. Леди Триш, да. Короче, осталось две компании. Я их тогда пройду. Думаю, их по-любому стоит пройти для полноценного такого прохождения. Ну и пока что на этом все. И если вы досмотрели этот ролик до конца, то не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Также делитесь, пожалуйста, своим комментарием, как вам прохождение и хотите ли увидеть продолжение. А также не забудьте подписаться на канал. Ну, а с вами был Никсон, и мы увидимся в следующей серии в компаниях за Леди Триш и за Вергилия. Всем пока!